Третье воскресенье мая в мире отмечают Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД. Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ-инфекция перешла из разряда смертельных в хроническое заболевание. В Казахстане за 10 лет смертность от СПИД сократилась в 2 раза. Этот показатель – главный результат увеличения доступности антиретровирусной терапии, которая предоставляется бесплатно сразу же после постановки диагноза.